охуеть, ребята. Вы будете своим внукам потом рассказывать. Смотрите, что тут творилось на этой нефти ебаной. Центробанк выкупает, выкупает. Тормознул торги и выкупает по 19.05. Центробанк палит резервы. Фонд национального благосостояния и всю хуйню. Но сейчас он слабенько выкупает. До этого вообще прям большие шарики летели плотным потоком. И вот эти заявки таяли на глазах. Прям в секунду по 10 тысяч заявок улетало. Вот. После этого цена отстрелила вот сюда. Вот, вот тут они тормознули. Цена сюда отстрелила. Я думал, все, они смогли раскирнуть рынок. Но хуй тут был. Засадили меня, суки, в эти самые, ну вы поняли, в инвесторы. О, что творится, 300 рублей. Ну газ тут тоже выебывается, дыхнуть на него. Странно, да, нефть валится, а газу хоть бы в путь. Все потому, что до экспирации еще, она 29 числа только будет. И ребята тут хуйней занимаются, обувают всяких школьников, убывают, обезжиривают. Видите, выкупает, но уже неохотно. Вот это у меня индикатор открытых позиций. Позиции были 5.0, а стали 34. С момента открытия было 5.0. Капец. О, в стакане стоит 2.5.2. Остальные все посъебывались. Вот не знаю, тоже что-ли откупить позицию. Или сейчас она ебанет еще сильнее. Надо посмотреть на эту. На VTI. Если она ебанулась вниз, значит капец. Опять буду должником. Да ёб вашу мать, блядь, на самом интересном месте. Давай, блядь, купись нахуй. Хватит уже нервы, блядь, мотать. Давай, давай, в беду зубы, так, блядь, разворачивай рынок этот ебучий, блядь. О, тут еще нихуя, блядь. Все пиздой накрылось. Ну вот, там что-то уже зазвенел скрипец. Давайте, давайте, ребята, давайте, блядь. Центробанк, молодец, разворачивай этих торгашей ебучих, блядь, ненавижу их, пидоров, блядь. Сука. Нихуя не помогает, блядь, а? Ну нихуя, блядь. Центробанк, сука, блядь. Ладно, вышел вроде без убыток. Смотрим, что там получилось. Что у меня по истории? В нули. В нули вышел, хуй. Хоть 300 рублей не потерял. Смотрим, что дальше творится. Ну, сейчас опять заморозит. Опять мороз по коже, блядь. Кстати, вот от этого уровня-то можно и поплясать, да, они вон дальше не пускают. Да, блядь, дайте. Сука. Чё это они?
О. Давай, купись. Купись, 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 купись. Купись, маленькая, блядь. Хорошая, давай, блядь, купись. Видишь, нижнюю тебе поставили, нижнюю границу, блядь. Нижнюю границу поставили, так что не выебывайся. Покупайся, блядь. Так, поскольку я купил-то, кстати говоря, так, купил я 19.06. Вполне удачно. Да, вот они опять заморозили. То есть народ очень не хочет покупать эти фьючерсы ебучие. Никому нефть нахуй не впилась. А через месяц заноют, блядь, где бензин, блядь, почему мы сидим на карантине? Бензин стоит 1 миллиард долларов за литр. Потому что все, блядь, разорились, нахуй, все нефтяники пошли в дворники, блядь. В эффективные менеджеры. Вот видите, Центробанк опять пытается выкупить плотность, но плотность уже маленькая стала. Была-то 25 тысяч плотность. То есть уже это кончаются пороха в пороховницах у трейдеров и бумажных пидорасов, блядь, зажравшихся. Ну, это, скорее всего, кукол ебучий, блядь, Центробанк разувает, пидорас, блядь. Во-во, давай нахуй. Вот, смотри, сейчас кончится и попрем вверх. О, заебись. Ну, блядь, не очень-то. Погнали, заебали, блядь. Дайте мне за мои 100 рублей заработать. Во, заработал 100 рублей, заебись. Все, давай от нижней границы опять поставим. Если, конечно, дадут, наверное, хуй дадут. Так, это что у меня стоит за хуйня? Нахуй. Я ж не помню. Ой, запустили разворот, похоже, или нет. Запустили или не разопустили? Ну, что-то опять заглохает этот разворотец. Ну что, давай тогда еще пипсанем. Блять, не проебать бы монет, сука. О, 19.06, заебись. Давай, купись нахуй, купись, блять, купись. О, смотрите, появились эти покупатели. Видите? Ну вот как раз вот у меня не все. А? Так, моя хуёнка купилась. То есть народ прочухал, что здесь раздают, блядь, бесплатно, нахуй, аттракцион неслыханной щедрости, блядь. Прочухал, встал, блядь. Давайте погнали, блядь, обогащаться за счет государства, нахуй. Хоть здесь оно может быть, хоть мы его хоть здесь, блядь, поимеем, это ебучее государство, как оно заебало, блядь. Давай, о! Заебца! Смотрим. Профит. Профит, профит, профит. 171 рублик прилип. Неплохо, неплохо. Мелочь, а приятно. Может был, конечно, он еще. Не знаю. Похоже, третий раз. Нет. Это уже третья попытка разворота. Вот еще здесь. Ну, я тут не смотрел стакан. Роботом занимался. Хер его знает, что они тут вытворяли. Но вот здесь вот они. Центробанк пытался вручную развернуть рынок.
Ну давай на четвертый раз сходим. Еще 100 рублей мне, 170 рублей накинете. Не хотите? Ну что же вы так? Ну давайте, 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 мои маленькие хорошие, дайте мне еще деньжат немножечко. О, жив, да хуя, блядь, вы их палите, хуй знает как, миллиардами нахуй в день. Ну давайте, мои хорошие. Нихуя, все. Похоже, разворот. Сейчас еще одну свечку подождем, и, наверное, это разговор можно будет констатировать факт. Да, он сжирает плотности уже, как нехуй делать. Да, похоже, это, ребят, разворот, я встаю нахуй, лонг, пизду их. Две свечки уже было, падать не собирается. Давай, 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 кольни, блядь. Сука. Тварина. Я люблю тебя, тварина, все сильнее день ото дня. Ну, давай, возьми, купи у меня эту сраную, блядь, нефть, бочечку, блядь, сраной нефти, блядь, с которой ебаться можно, чтобы что-то получить. Давай, 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 давай. Нихуя, нет. Да, надо посмотреть, что там творится с ETI. Поводы неебенные, поводы причем охуительные. Охуетительный поводыреныш. Где ты ебучий, блядь? Восстановить закрытую вкладку. Еще одну восстановить закрытую вкладку. А все, блядь, пизда нахуй. Лопнул ваш ебаный инвестинг. Да, инвестинг, хлопнул ты нахуй, тварина ебучая, блядь. Нихуя работает, сука. Дай-ка мне свои котировки сраные. Да, он выедает, можно прямо так смело ставить. Вот купились, все, погнали наверх, ура, победа, блядь. Победа будет за нами. Ну, куда ты, куда? Давай, блядь, погнали. В рост, в рост, в рост, в рост, пожалуйста, в рост. Вот. Что за хуйня, блядь? Ну, мы же вроде развернулись, договорились уже с вами, а? Волки вы позорные, блядь. Что-то очень какая-то нездоровая ситуевина. Вот так я прикупил. О, все, все, развернули, смотри-ка. Или нихуя. В Кремле назвали спекулятивным моментом обмана. Догадались, ебаный в рот. Так, сколько мы поимели-то с государства? 223 рублика. Мелочь, а приятно. Так, что тут за хуйня? Котикотикотировочки. Тра-та-та-пам-пам-пам-пам. Ой, проебал я момент разворота, ребята. А, еще он дает возможность. Дает возможность дать. И нихуя не дает. Улетел. Это скоростя, да?
Аж индикатор не поспевает. Вот это движуха. Даже вот эта свечка не успевает отрабатывать, какая тут хуярит, блядь, волнение. Фиктировки, где вы есть-то, блядь? Я заебался, сука, с вами уже. Товары, VTI, блядь. VTI, а хуй там, видишь? Повабель заблокировали, пидорасы, ладно. Есть еще... Форекс ПР, забыл, как он называется. Брендом. Тут пишем газ. Газ US. Вот он хорош. Ах, да блять, какой газ. А ведь я эту, по-моему, нету нихуя. Да, они сказали, что хуй вам. По всей роже. Вот, нет, он VTI. Профинанс. Графики онлайн. VTI. Сука, инвалид символ. Инвалид. Так, тут еще вот так можно попробовать. Где вы? Где же вы? Где? White sweep, бренд. Котировки. Где-то они тут были. Блять, тут вот он, нет, я тебя. Ух ты, ёбнулся, как она сильно, а. Бедненькая. Вот наш поводырь. Поводырёк, эту всю хуйню закрываем, пизду. Ну, где ты, блять? Куда тебя нахуй? Ну что, вроде разворот, да? Встаем, не сын. Альбом, бим-бом, еще опять у меня вот так. Ну да ёб вашу мать. Ну, давайте в плюс нахуй, пожалуйста. Нам плюс нужен, ёбаный, чтобы мы полили резервы зря, что ли? Суки. Ебучие, блин. Погнали, мы наебем сейчас вашу VTI. Наше ебучее государство сейчас наебет VTI, да. Мы никому не подчиняемся никаким. ЕЦБ. Никаким ФРС. Мы сами хуярим. Вот так вот. Видали-ка. И нам не указка этот ваш Трамп ебучий. Да, Владимир Владимирович? Нахуя мы всех вертели? Куда нефть повернем, туда и повернем. Давай, сходи пониже, дай закупиться. Вот так вот, хуй с ним. Чё тут у нас? Ну-ка. О, плюсики пошли. Бим-бом, блядь. Давай, на, куда ты? Давай, при такой волатильности можно и 20 пипсов
Что ты зажала 20 пиццев, тварь, блядь? Даже меньше. А, 20. Не, меньше. 15 сраных пиццев, и ты, сука, зажала. Ну-ка дай, блядь. Особо нуждающимся. А ну-ка отдавай. Вон плотность поставили. Съедят или не съедят. Интересно. Что-то нихуя невкусная плотность. Что-то отскакивает от нее. Надо уходить в пизду. Потому что государство, скорее всего, не будет палить резервы при этой нефти. Хотя он кушает, смотри-ка. Ням-ням-ням-ням. Ну, как сожрали быстро. Хорошо. Кто-то скушал. Кто бы мог это скушать? Он опять кушает. Неужели государство и при этой цене тоже собралось все сожрать? Прям подозрительно. Типа наказать спекулянтов, чтобы мы пониже не стали, да? Тоже логично. А что там с поводырем с нашим? Где-то вот здесь вот Центробанк нам тормознул малину. В Кремле проконвертировали виртуальные, блядь. Чего, мити? Мити. Если я открою, вот эта хуйня пропадет. Так что лучше. О, давай, 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 давай. Люблю пиццу. Я любитель пиццовки. Двадцать, 30 рублей вот с этой, с позиции, с боязливой позиции, так сказать. Да? Слышите меня? Хуёво слышите, да? Ну что ж поделать. Так, а что у нас? А это вот мой торговый работенок, да. Сейчас он пока в раздумье. Потому что цена замерла, он волчки одни пошли. Мой работенок в раздумье, что ему делать? А так-то можем попробовать его включить, хуй с ним, да? Как он себя поведет. Так, это что за хуйня появилась? Это кто сделал? А? Это что, робот мой? Ёбал. Блять. Нахуя? Нахуя, мы же растем, робот. Нахуй ты это сделал? Маленький. Вот суки. Пиздец. Отскопило. Робот, ну что ж ты? Блять, опять сел.
Не, робот, ты тут не прав нихуя. Мы сейчас с тобой тут все проебем. Опять сел. Хватит, пизду. Что, не видишь, что тут разворот хуй знает какой? Как я проебался. О. Так что государство обмануть, наверное, не получится. Нихуя, видите, что творится. Это я уже. Погоня за прибылью, блядь. Потому что свечка уж слишком такая огроменная была, и похоже, я сейчас опять сосну. Сосну, не сосну. Не, не сосну. Ой, прям яйца над пропастью, сука. Робот подрывается, в шорт встать, да? Нельзя, работишка, нельзя, мой милый. Да, в шорт хочет встать. Тут пиздец, какая нахуй война идет, блядь, в этой ебучей нефти. Миллиард седых волос у людей, блядь, появился за одну минуту. Не, ну здесь ты можете успокоиться уже на 22. Так нахуя, блядь, дальше-то гнать? Все, давайте опять. Так, ну-ка. Давай. О, это уже робот закрыл мою позицию, прибыль. Блядь, 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 надо уходить, пизду. Сейчас, о, сука, он включил. Не успел я включить его, мы... Включил прибыльную позицию. Эх, робот, робот, проедем с тобой все. Нихуя, ты еще не человек пока что. Вот так вот. Да, жуть, что творится. Ладно, сейчас подпилю чуть-чуть робота, чтобы он не прыгал в омут с головой. Хотя бы, блядь, 18 пунктиков. А то прям кидается. Сейчас с Поволжья на всю хуйню, как будто это вчерашний день. Что там нефтью разворачивается? Ну, по идее, позитив должен сейчас рынок охватить, типа Центробанк России развернул нефть. Сейчас должны подумать, вот волчки пошли всякие. Народ должен подумать, блядь. Уже это разворот, давайте вставать. Сейчас вот на катике все встанем в разворот, ждем. Ну, робот, эх.
Роботека. Да, еще бы поставили стоп, этот, заморозили бы, вот так вот, как бы здесь, да? Прям красота, делать нехуй было. Раз, за счет государства, два, блядь. Ну и все, два раза только я успел прочухать эту фишку. Потом уже тут дохуя прочухал, видели, да? Тут надо было миллиардами вставать. Эй, это куда? Это что у меня за хуйня еще? Что тут дохуя всех стоит? Заявок. Ух ты, робот, робот, какой же я на тебя злой, а? Ну я тебя породил, хули, обижаться только на себя самого можно. Блять, что надо уже? Уже целый доллар проебал. Блять, как ты меня подставил, а, сука. Роботека, блять. Вот поэтому, ребята, роботов никто и не продает за дешево, потому что пока их отвалят, сольют пару миллионов. Да, это какой-то пиздец. Ну что, сейчас включу он меня. Отстой. Давай хоть чуть отпрыгни хоть чуть-чуть. Ну давай, отпрыгивай. Не хочу я с тысячей позориться. Сука, не... Ни в какую. Ладно. Ну-ка, робот, что ты сейчас скажешь, в бай или в шорт? Бай или сел? Вот так вот и сливаются миллионы. Можно было подождать разворота. Легко и непринужденно миллиончики сливаются. Ну, робот, все равнение на тебя.
Робот. Робот, 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 я люблю тебя, мы так хотели. Робот, робот, робот. Что у нас с газом? Газ, тихая гавань. Ладно, господа, тут уже все. Флэт пошел. Неинтересно. Всем пока.